Ведь в течение 3 недель велся, я так их и называю, административный террор против наших пожилых, как они называют, малообильные избиратели. Мобильные, извиняюсь. Маломобильные. По 3 раза обходили по квартирам члены участковых комиссий, нарушая все нормы и правила, несмотря на это, ходили, их посылали на 3 буквы, на 4 буквы, они все равно, и сейчас последний обход у них будет, последний обход. И они берут буклет козла этого, или козлова, буклет видели, кто не видел, жаль, я с собой не взял, где красуется козлов, раскрывает этот буклет, там написано, значит, просим обратиться 18 марта, обратиться с своими предложениями, заявлениями к Козлову, и опустить специальную урну, которая будет на каждом участке. Второе. Вы знаете, что изменилось, тем более будет проводиться на каждом участке совместили так называемый общественный опрос по городской среде, там что-то такое, оформление, или это та же самая туфта, которая никому не нужна. Кто будет подводить итоги, как вы проголосовали, на вас будут направлять. Идите сначала проголосуйте туда, потом будете голосовать. Или наоборот. Значит, ни в коем случае не допускайте, чтобы тут же рядышком стояли эти урны по вопросу или эта урна для Козлова. Пускай они идут в другой кабинет и так дальше, и пускай они там опрашивают.